Всем привет! С вами Владислав, и я веду свой блог «Задротство». Надеюсь, вам данная рубрика все-таки нравится, и давайте хотя бы попробуем набрать 333 лайка. Если мы наберем 333 лайка, то я увижу то, что данная рубрика вам нравится, и мне стоит ее продолжать. Я, кстати, в ММ апнул вторую звезду, но, к сожалению, я ее и слил. Вчера у меня были очень прикольные достаточно каточки. Я сделал в первом раунде 4 килла с ЮСПа, с пистолета. Кто не знает, что такое ЮСП? ЮСП — это пистолет за КТ-сторону, то есть за спецназ. Владончик, привет, который Бишоп, который со мной играл в напарниках. Желаю тебе в 2019 году, чтобы ты научился наконец-таки играть в CSGO. И на самом деле хотелось бы сказать, киллы, которые я вам покажу, бывают такие дни, когда игра идет. Бывают такие дни, когда игра не идет. Вот где я сделал 4 килла с ЮСПа, мне кажется, больше присутствовала там моя удача, а не скилл. Скилла у меня нету, честное слово. Да мне даже говорят, Флудик, тебе привет теперь. Мне говорят, что я как-то неправильно двигаюсь в CSGO. Вот. Я вообще двигаться так-то не могу, если что, своими ногами. Оп! Шуточки за 300. Ну, короче, я не знаю, кто там в комментариях, возможно, есть у меня Supreme, Bigstar, Беркут и так далее, бла-бла-бла-бла-бла. Напишите. В смысле неправильно двигаюсь? Как нужно в CSGO правильно двигаться? Да и вообще, идите лесом. Я топ-игрок, профи, и мне пора идти в киберспорт. У меня всего лишь, камон, 487 часов в CSGO. Это очень мало. Это прям мега мало. Да, вы там наиграли по несколько тысяч часов, и говорите, ты делаешь неправильно то, ты делаешь неправильно это. Ребят, как говорится, человек учится на своих ошибках. Если я научусь на своих ошибках, хорошо. Не научусь на своих ошибках, дурак. Все ок. Но в комментариях вы можете меня все-таки по-прежнему учить и мне написать, как нужно правильно разваливать в CSGO. Ну все, я вроде с вами наговорился, теперь я могу вам показать эти мега классные, крутые 4 килла, которые я сделал из ЮСПа. Ой, бля, это было странно, нах. 1:40. Давай в сайте. Все, диффуз нафиг. Он без диффуза сидит. Прости, убей. Да, хорошо, это так. Хотелось бы мне этот момент вам показать еще с другого вида, с другой камеры. Оговорюсь, я вчера стримил совместно еще с одним стримером, он также является инвалидом-колясочником, зовут его Сергей, ник у него Эрич Буля, у него два канала, один канал, там 16 с лишним тысяч подписчиков, а на данный момент просто там стримить дядя Сережа не может, так как там прилетело АП. В общем, бан. И у него вот сейчас есть второй канал. Ребята, это ни в коем случае
Да, блин, считайте как хотите, рекламой, не рекламой, в общем, я оставлю ссылку в описании в любом случае. Если вам нравится CSGO, если вам нравится смотреть, как люди с ограниченными возможностями живут, то переходите и смотрите, кроме меня, еще можете смотреть вот дядю Сергея, он хороший очень стример, блогер и человек. Да это еще не банан. Вы раньше инфу добавьте, я смог, для чего купил, блин. Джоб, ты пос... Ой, этот, Патрик, у меня даже кисть висит, ты видишь, и не чувствуешь ее. Это хоть чуть-чуть поднимается, видишь, у меня так. Половину кнопок нету, как поуправляю. Владик минус один сделал, молодец. Давай, 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 в сайте. А что там уже этих китов нету? Брось и убей его. Все, хорошо, и так, класс.